Ну как, согрелась мало? Так полезай. Давно у своих-то не была? 41-го. 5 лет. Все, в деревню не повезу. Фу! Ногами дойдешь. Там след не отыщешь, хоть бы тропка прогребли. Кому прогребать-то, Полюшка? Хвораю, я лежу. А где близнецы твои, живы? О, мои милые, крошечки мои. Ну, будет. Главное, мы живы остались. Отца души и не ждем, пропал без вести. А здоровье все хужает, доконал меня война. Полюшка, так все одна и живешь? Одна? Ну, может, оно и лучше. Вот меня мои близняки по рукам повязали. Я при моих годах-то уж и не ждала детей. А тут 2 горя к ряду. Война и сразу двойня. Дети — это радость. Радость. Как бы здоровье докормить было чем. Не могу я, Марья, спокойно на чужую семейную жизнь смотреть. Я и то думала, мужа мне теперь не найти. Хоть бы ребеночек был, неужели мне вырастило? Ну вот характер мой не позволяет просто так с мужчиной знакомство свести. Стесняюсь, голос отнимается. Да чего робеть-то, год-два еще молодые. Не могу. Марь. Отдай мне одного своего мальчика. И тебе легче, и мне радость. Это как же это? На вовсе. Ну, там видно будет. Ох, Пушка, право уж я не знаю. А каков же тебе? Мне моего крестника, Валечка. Да чего ты близняков-то разбиваешь? Они ведь друг без дружки ни шагу. Слышишь, теперь каждый день колбасу буду есть и на поезде поеду. Я сейчас тебя умою, Валечка, и сядем вдвоем кушать. Щетка у тебя будет зубы чистить и свое полотенчико. А ну что там у меня? Ты, Валь, отучайся по-деревенски выражаться. Скоро в школу пойдешь, а там дети не ругаются. Иди ручки мой. Кому я сказала? Иди ручки мой. А то есть не дашь. Валечка, ну что ты говоришь? Как же я тебе есть не дам? Ладно, не мой.
Садись так. Ешь. А Васька как? А мамка? Теперь я буду твоей мамой. Привыкнешь и будешь меня любить. Я ведь тебя крестила маленького-маленького. А кой ты меня привезла? Домой хочу. Не сердись, Валечка. Тебе будет у меня хорошо. А в деревню мы на тот год съездим. А? Ну, раздевайся, Валя. Спать будешь? Не буду. Это почему ж? Стесняешься, что ли? Так я не гляжу. А в верхнем спать нельзя. Это ведь не в деревне. Так буду спать. Валечка, деточка моя родимая, ой, гладенькой, чистенькой какой стал. Здравствуй, ой. Марь, как вы тут живете-то? Здравствуйте, с приездом, Пелагея Афанасьевна. Здравствуйте, здрасте, проходите. Она на Пелагею-то обижается, Полина она у нас, проходи, пожалуйста. Ты гляди, малый-то какой стал, картинка. Он у меня. Только с культурными детьми общается. Во двор просто так не пускаю. Думаю, музыкальную школу определить. Но боюсь, что по остальным предметам будет не успевать. Он у меня очень способный, но усидчивости нет. Остроже надо. Ну что вы, он такой нервный из-за тяжелого детства. Валечка! Валь! Ну-ка покажи тете Марусе свой табель. Сама показывай. Скоро трусята будут. Видишь, пузо какая. Только не тискай. А ты не царапайся, а то за ухи. Я подержу лесенку. Не надо, я сам слезу. Как бы не сорвать. Подумаешь, у меня еще такая есть. Колется, зараза. А ну, чай
не по-деревенски выражаться. Валечка, Валечка, не забыла родную эту мамочку? Не обижает тебя тетка-то, Былочка моя цветочная. Мы завтра уезжаем, Маря. Ты извини нас. Ответственность за Валю я беру на себя. Все возможное ему обеспечу, сколько сил хватит. Постараюсь дать ему счастье. Мы с тобой в раннем возрасте намучились. Пусть он у меня этого ничего не узнает. Вот ты какой стал. Силен мужик. Чем вас там только кормили? А чем положено. Всеми видами пищи. А ты тоже большой стал. Растем и ширимся. Мама, у нас будет чем отметить? Сейчас, Валечка, все сделаю. Ну, так как наука-то? Небось, на одни пятерки сдаешь. Какие к черту пятерки? Сегодня вовсе завалил. Только ты матери ничего не говори. А что же ты возможности не реализуешь? Или ж очень трудно? Я-то реализую. Дышу полной грудью, живу интересной многогранной жизнью. Вот что для тебя изобрести? В деревню ты, конечно, не вернешься. Может быть, тебя по линии милиции пристроить? Да брось ты. А что? Из тебя классный милиционер получится. Валечка, возьми трубку. Не бойся твои красотки. Хороший мальчик из Василька получился. Только деревня есть деревня. Можно подумать, что ты графиня люксембургская. Все девочки звонят. Отделы отрывают. Ведь его, Вася, из института авиастроительного отчислили. А за что же его отчислили? Кто знает за что? Во-первых, отношения с преподавателями не наладил, а они бездушно отнеслись. Сейчас я его устроила. Щетино-щеточный техникум. Ну какая там щетина? Когда человек мечтал авиаконструктором стать. Матери не говори. Я ведь хотела как лучше. А она меня смертельной ненавистью за Валю ненавидит. Да что вы, тетя Поля. Точно, Вася, точно. Бедного Макара все шишки. Валя ведь пока без стипендии. А я всего 80 рублей получаю. А может быть, ему на работу? Что ты, Вася, что ты? Ты меня не понял. Я вовсе не хочу, чтобы Валя работал. Что он у меня, глупый какой-то, что ли? Я уж как-нибудь сама, Вася. По силе возможности. Все свидания деловые и неделовые отменены. Начинаем семейное торжество. Не спишь? Нет.
Я тебя совсем другим представлял. Помнишь, как соломе кувыркались? Помню. У нас и теперь хорошо. Колется, зараза. Отучайся выражаться по-деревенски. Хорошо, что ты заехал. Мать попросила. Посмотреть, какой ты. А ты ее помнишь, Валик? Помню. Я бы ей писал. Только надзирательница моей. Ревность какая-то. Алло. Как вы там, Валечка? Уже легли? В кошки-мышки играем. Мать с работы звонит. Только утром без завтрака не уходи. Привет. Даже ночью опекают. Видишь, как она тебя любит. Че ж ей делать-то? Взяла, пусть любит. Покурим. А у меня, знаешь, беломор. Ну, давай курнем твой беломор. А я подумал, девчонка одна должна была звонить. Познакомьте с какой-нибудь? А у меня, знаешь, своя имеется. Всю службу переписывались. Хочешь, покажу? Покаж. А ничего, знаешь. Ну? Конечно, не Бриджит Бардо. Но, тем не менее, разбираешься. А как же? О том стоим. А может, эту Брижиту как-нибудь отставить? Найдем тебе московскую с постоянной пропиской. А? Как? Нет, не пойдет. Я уж лучше к ней поеду. Ну, смотри. Смотрю. А хорошо бы, если рядом родной брат, родная душа. Кого надо? Я извиняюсь. Нину можно видеть? Нину? Всегда пожалуйста. Нинка! Муж твой? Ага. А ты разве не знал? Если бы знал, неужели бы приперся? Не так воспитан. А я думала, тебя мать известила. А мать этим сведения не интересуется. Думаю, уж 3 месяца как расписались. Значит, 3 месяца. Ну что, живите дальше. Да ты не обижайся. Ну, еще с какой-нибудь познакомишься. Это безусловно. Свет довольно огромный. Вась! Да ладно, перебьемся. Ешь пироги-то, про тебя пекла с Калиной. И про Валю мне расскажи. А что рассказывать?
Нормально живут. Квартиру новую получили. Со всеми удобствами. На 9-м этаже. Ну, слава тебе, Господи. Мам, а ты, когда молодая была, тоже ребят обманывала? Ну, ты что? Видишь, какой номер Брижита-то выкинула. Что это за Брижита? Нинка, что ли? Да бог с ей Вася совсем. Была бы девушка ладная, а то хоть как-то косо, и голос у ей нехороший. Голос тут ни при чем, ей же не в хор Пятницкого. Неужто Полька бесплатно квартиру получила, а у нас тут в колхозе даром палкой не разживешься. Только ребята прямо из армии в степь на стройку двинули. А я это стремление подавил, думал, она ждет. Что у тебя горит стройка-то эта? Да не стройка горит, это у меня что-то горит. Уехать надо. С глаз долой, из сердца вон. Может, вместе тронемся, мама? Да ты что это? И вот жарище да пыль в степе-то твоей. А у меня тут огородина 40 соток. Навозила, навозила и брось не за так. Нет. Держу для дружбы. Мы очень интересуемся. Как же вашего зверя зовут? Руслан. Уж лучше бы Черномор. Он ведь у вас как трубочист. Ну, это вы зря. По-моему, вполне благородная расцветка. Ну, что, девочки, не трясет? Абсолютно все удобства. А можно мы и обратно с вами? Вот обратно не выйдет, девочки. Еду на аэродром. Гости встречают. Наверное, жену? Нет. Жены на моем горизонте пока не видно. А вот тетка есть. Мчится на всех парах. Тетя Поля! Тетя Поля! Здравствуйте, тетя Поля. Здравствуй, Вася. Ты извини меня, Вася. Если бы не семейные обстоятельства... Да что вы, тетя Поля. У меня комната. Будете за хозяйку. Спасибо. Ну, вот, и карета вам подана. Вы в поселок? Да. Меня возьмете? Пожалуйста. А мы втроем поместимся? Запросто. У вас такой объем, что позволяет. Эх, Васенька, Валя-то наш женился. А комната у нас одна. И женщина попалась. Нескромная, распущенная. Ты уж извини меня, пожалуйста, что я говорю тебе это. Мальчику неженатому. На 8 лет взял старше себя. Разве это дело? Васенька, бойся ты этих женщин. А чего их бояться, тетя Поля? Пускай уж лучше они нас боятся. А вы к кому едете? К мужу. Мам, футбол начинается.
комнату получил? У нас все получили. Можно сесть? Садись, конечно. Устала, да? Очень. Чего ж ты не написала, что приедешь-то? А я решила, что так интереснее. Привет тебе от Люси. Спасибо. От какой Люси? Моей подруги. Ну, спасибо твоей подруге. Сейчас чайник поставлю, подожди. Славик, ты не рад? Вот ведь, Поле, какую мне казарму-то выделили. Целый взвод можно расположить. А как же мы с тобой здесь разместимся, Васенька? Очень просто, тетя Поля. Вы мою койку занимаете. А я вот здесь, на полу, по-солдатски. В магазин обещали. Диванчики забросить, так первый ваш. Змеи, говорят, у вас водятся. И еще какая-то страсть. А что вот, тетя Поля, зачем они к нам поползут? У нас вон какой защитник. Ну, что, проголодался? Ты же меня, Вась, на работу поскорее устрой. Я согласна на любую. Так а зачем же на любую? Мы вас устроим, соответственно, вашим физическим возможностям. Господи, что ж ты, Вася, кроме кота, себе ничего не нажил? Заработки у вас здесь порядочные. Я ведь, Вась, приехала заработать Вале на кооперативную квартиру. Как соберу, так и уеду. Ну что ж, дело ваше. Вась, я временно свои шторы повешу. А то нехорошо, когда с улицы видно. А когда ты приобретешь себе, эти снимем. Как хотите. Только лично мне загораживаться не от кого. Я ведь здесь не фальшивые деньги печатаю. Здорово! Фух. А что за иконостас? Зеркало сырое купил. С утра с собой таскаю. Тяжелое, зараза. Фух. Слушай, Вась, ты на получке 300 рублей дать не можешь, а? А я все могу. Спасибо. Пожалуйста. А то неудобно перед женой. Нищая обстановка. Надо как-то семейную жизнь налаживать. Ну, ладно. Чао. Жене привет передавай. Минуту внимания. Напоминаю, в воскресенье в кафе «Улыбка» состоится фестиваль танцев. Надо будет явиться, товарищи. Придумали фестиваль. Два дурачка ногами подрыгают, и весь фестиваль. Ну а что? Сами строили, теперь надо использовать помещение. Привет. Здорово. Ну что, водители опять бастуют. В прошлый раз на поэте не были, теперь фестиваль срывают. За что мы бьемся? Да лично я на поэте был, обогатился. Да, погоди, погоди. Ну что, мне больше всех нужно, да? Никонов жену в родильный повез, а Сережкин к экзаменам. Послушай, помоги мне, а? Ты здесь, а я там, в курилке порядок наведу, ладно? Голубев, ты что же не танцуешь? Понимаешь, были бы просто танцы, я бы с удовольствием.
А то фестиваль стесняюсь. А чего стесняться? Тут свои. Я маленько погожу, подумаю. Ну, подумай головой. Что же от жены-то отстаешь? Пойди потопчись. Мне эти хали-гали да феньки. Дай сигарету, пожалуйста. У меня беломор. Все равно. Спасибо. Только ты как-нибудь в себя дыми. А то погонят курилку. Все-таки фестиваль. Я сейчас все равно домой спать пойду. Что с тобой? Ничего, просто хочу спать и все. А жену на кого оставишь? Смотри, тут стрелков много. Это ее личное дело. Чао. Вас, кажется, Аликом зовут? Почему? Какой стати Аликом? Васей зовут. Вася? Видите, Вася, как я сегодня отдуваюсь одна за всех. Будете со мной танцевать? Смотря чего. Вероятно, как вы, не смогу. Всегда так много говорите. Смотрите, у вас заболит язык. Я тему нащупываю. А ваш муж домой сбежал. Ну и что? Вы-то домой не сбежите, правда? Здравствуйте, вы далеко? Видите, как мне досталось от законного супруга. Как же то? По праву сильного, как в первобытном обществе. Да, как в первобытном. А может, все-таки вернетесь? Зачем? Мне здесь делать больше нечего. Почему я тогда решила, что вас зовут Алика? Сама не знаю. Ну, прощайте. Прощайте. Thank you.
Добрый вечер. А я вот решила вас подождать. Какой длинный жаркий день. У вас нет воды? Вода есть. Дайте, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вы не могли бы выключить мотор? А то мы совсем друг друга не слышим. Да, это верно. Ну? Что делать-то будем, черные? Может, помирились и дело с концом? Нет. Не хочу, чтобы на меня смотрели, как на собственность. Но ведь каждый хочет, чтобы была своя, а не чужая. Вы тоже, когда женитесь, будете бить жену? Нет, не буду. Мне так кажется. И мне кажется, что не будете. Поехали. Мне ехать некуда. К нам поедем. Что ж ты, Вася, дверь открытой держишь? Тише, тетя Поля. У меня тут товарищ спит. Да, товарищ. Что ты делаешь, Вася? А что? Я ведь не католический архиерей, чтоб мне нельзя было. Разве я говорю, что нельзя? Ты здесь хозяин? Подумай головой. У нее же свой муж есть. Был муж. А теперь я муж. Спортаж. Спортаж. Ну? Сколько у твоих? Без трех минут два. А твои что, стоят? Видишь ли, Спорташа, я их пропил. Ну? Да. Осуждаю. На тебя что, жара действует, что ли? Да жара здесь ни при чем. Я, конечно, понимаю, что это не метод борьбы с трудностями, но что же делать, Спартаж? Что делать-то? Перечеркнуть. Соблюдать достоинство. Я тебе соответствующую литературу подберу. Да иди ты со своей литературой. Ты веришь? Я целых три дня ничего не жрал. Думал, выпью, хоть закушу. Сырком плавленым. Ни черта. Слава. Слав. Ну? Через два месяца все пройдет. Я на себе испытал. Ну, в крайнем случае, дней через 70. Ну, а если ты за это время познакомишься с другой, гораздо раньше.
Под колеса не лезь! Ты-то выбрось на минутку! У меня к тебе серьезный разговор! Закуривай. Ну, в общем, поскольку я знаю, что ты с ней встречаешься, я хотел тебе кое-что объяснить. Понимаешь, ничего же не произошло. Я ее попросил тенниску постирать. Она же целыми днями ни хрена не делала. В общем, это еще та попрыгушка. Славка. Че? А в морду не хочешь? Да ты что, Разоренович? Слушай, Разоренович, не надо. Другому я бы сам по морде дал. А тебе по-товарищески говорю, не надо. Она же меня сама довела. В натуре. Но ничего же не было. Я говорю, Гарри, я говорю, постирай тенниску-то. Грязная тенниска, понимаешь? Вера росла бы драться. Она же целыми днями ни хрена не делала. В общем. Кончай собеседование, Вячеслав! На повестке дня один вопрос. Почему кобыла не жует овес? Если набрался, лучше молчи. Хуже ведь будет. Ничего я не набрался. Несмотря на то, что я человек с травмированной психикой, я уже с утра не пью и прекрасно себя чувствую. Слушай, Чураков. Ну? Я бы на твоем месте не балаганил. Неделю ты вообще не являлся на работу. А появился, так чуть не угробил дорогостоящий агрегат. Да? Да. Да, действительно. Когда я вспоминаю эту страшную картину, я вздрагиваю. Ну, тихо там еще. Товарищи, я обязан внести ясность по этому вопросу. Здесь замешана женщина. Да, это они. Женщины своим поведением вынуждают нас на разные поступки. Ты, Спартак, не обобщай. Здесь индивидуальный случай. Но в конце концов, это не довод. Если каждый, кому не повезет в личной жизни, будет гробить технику, то это выльется в гигантский ущерб. Все равно, данный случай требует чуткости. Товарищи, Вячеслав Чураков не безнадежный. А если поработать над ним, он придет в норму и кругом себя оправдает. Спасибо, Спарташа. Век не забуду. Турнуть бы я отсюда подальше, а то опять аварии будут. Ребята, я, конечно, извиняюсь, но с такими выкриками я мириться не могу. Это теперь моя жена. Попрошу уважать. Ну, может, нам Чураков что-нибудь скажет? Без балагана. В общем, я не знаю, о чем мне говорить. Мне-то, в общем, все равно. В общем, через 2 месяца все равно проходит все. Слава! Слава! Подранили парня. Слава! Что делать-то будем? Женить бы его по новой, а? Запиши там в протокол, что при первой возможности. Пощипать, а за ней ребят.
на Коле Кутузов снял шапочку. Коля, надень панамочку. Коля Кутузов, одень панамку. Сейчас по лбу. Коля, ну не надо плакать, перестань, я не пожалуйста. Хочу к маме, я давно хочу к маме. Мама твоя на работе, а вечером ты пойдешь к своей маме. Полина Афанасьевна. Да? Будьте добры, на минуточку. Сейчас. Ну, тяжелый же ты, Коля. Полина Афанасьевна, ради бога, не обижайтесь. Я вам давно хотела сказать. Не приучайте детей на руку. Он у нас новенький, очень скучает. Привыкнет. А то это не педагогично. Приучайте их к самостоятельности. Дети, сейчас мы начнем совсем новую игру. Она называется «Паровозик». Все остановитесь за мной. Начинаем. И... Была нужда на руках-то их таскать. Раньше-то и дети-то были, фут по 12. А теперь камни какие-то несокрушимые. Дом-то что? Как невестка молодая. И не говорите, приданого принесла в одну газету завернуть можно. Наверное, чтобы от одного, от другого мужу легче бегать было. Я ему говорю, Васенька, что ж ты делаешь? А он мне отвечает, женюсь. А насчет жилплощади не беспокойтесь, я перегородку поставлю. Будто я о себе думаю. Да ему эта вертихвостка зачем нужна? Ну, я понимаю, такая пава здесь диковинку. А у нас в Москве таких полно косматых. Я же знаю, какие подружки к Вальчике моему приходят. Ирочка Павловна, ты сейчас поведешь паровозик. Давай вперед. Полос-то куча, а души-то нет. Вот и я говорю. Кому-то надо что-нибудь попростее. Подушевнее. А он что? Он мне говорит, вы это бросьте, тетя Поля. Свадьба-то когда у них? А свадьбы не будет, она не хочет. Она не хочет паспорт показывать. Небось, Полина, 5 раз разведена была. Коля, ты зачем девочку бьешь? Ты зачем? Иди, Ирочка, гуляй. А вось, побольше поплачет, поменьше уборную сбегает. Зачем ты девочку бьешь? Не буду бить. Ну, разве хорошо так? Разве можно девочку... Ты будешь хороший мальчик, да? Вот и встретились. Давно мы с вами не виделись. Да? Не пришлось. Как течет жизнь? Какие новости? А новостей вагон. А я женился. Ого. А мы-то думали. Что думали? Думали, что вы одну из нас выберете. А вы бы согласились? А мы бы подумали. А вы даже не спросили, как нас зовут. Вот это Маша, а мы просто две Наташи. Очень приятно. А вы не близнецы? Что вы? Мы даже совсем из разных периферийных точек. Ну, приехали. Ваша жена не ревнует, что вы нас возите? Еще как ревнует. Ну, вы не бойтесь. Вас же трое, это же сила. Смотрю, мой кот вам приглянулся. Очень. Здорово, тетя Коля. Гал, привет. Кисюля моя пришла. Люблик. Малыш мой пришел. С котами тут принимать? Птичка моя пришла. Бедный ты наш. Измучился, небось, в пекле этом. Галя, вы бы мужу приготовили помыться. Что же вы лежите-то? Да ничего, тетя Поля. Я сам. Ну, что ты трясешь своей курткой, пещерный ты человек? Хочешь, чтобы я задохнулся от вашей пыли? Что это значит вашей? Он, что ли, пыль-то придумал? Извиняюсь, товарищи женщины, действительно не сообразил. Только не ссорьтесь. С красивыми бабами всегда так. Руки только для еды. Глаза мои не видели.
что это ты ей на хвост насыпала? Выскочила с космической скоростью. Никуда ничего я ей не сыпала. Просто она глупая женщина, неискренняя. Васенька, Васенька, красавец ты наш. Малыш, он был такой невидный, стал такой симпатичный. А вообще-то ей на нас глубоко наплевать. Я не права? Доставь ты ее. У нее свои заботы. А у нас свои. Давай куда-нибудь поедем. Куда же мы поедем? Куда-нибудь. Здесь скучно и жарко. Возьми отпуск. Понимаешь, в отпуск я к матери обещал поехать. Картошку надо попахать. Ты что, Лев Толстой? Почему? Он тоже все пахал, сеял. Своим же надо помогать. Совсем не обязательно. Я вот от моей матери никогда ничего не имела. У нее своя личная жизнь. Так что никаких своих у тебя нет. Понял, малютка? Подумаешь, великанша какая. Слушай, Гал, а что ты меня всякими кличками обзываешь? Что я тебе кисюля, люблюля какая-то? У меня же имя есть вполне нормальное. Что, Вася, что ли? Ну? Вася. Знаешь, Галка, пожрать бы чего. Супчика не найдется. Посмотри там, может, и найдется. А знаешь что, Галка? А тебе не надоело целыми днями на кровати валяться? А устраивалась бы куда-нибудь? Куда? На работу. Ну, за работу я эти 70 рублей. Тебе что, они очень нужны? Нет, не нужны. На людях будешь. И вообще, здесь же не курорт, чтобы целыми днями кверху носом лежать. Грубиян ты. Вместо того, чтобы меня поцеловать... У меня сдурели, несутся, где попало. Все лопухи изшарила. О, надо бы петуха сменить. Больно он не кавалеристый. А что, мать, Валентин к тебе не собирается? Обещался. К Спасу, может, приедет. Яблочки подоспеют, огуречков засолю. Валюшкин жена на инженера закончила. Да у него самого головка золотая. Полька его по-умному руководила. У него теперь тоже диплом в кармане лежал. А то вот мучается парень. Трёми транспортами на работу ездить. А что ты думаешь? Тех, которые с дипломом, да в карете возят. Большую ошибку мы с тобой, сынок, сделали. Вальку ей отдали. А что я помню? Мне ж тогда 6 лет было. А все-таки головка-то мужская. Ну ладно, пойдем отведем Резову-то, а то заждались в конюшне. Ну, шевелись. Стал быть, на этот раз и не погостишь. Сулился ведь дров порубить. Ну вот, Валька приедет, он и нарубит. Да что пустое-то говорить? Он поди топор-то не знает, как в руках держать. Да разве это его дело? Выходит, только мое. За что ты меня не любишь, мам? За что? Бог с тобой. Как же я тебя не люблю-то? Сынок, ты уж меня прости. Жили бы вы с Валькой обои при мне. Да ради ж я вас делила. Вот свои дети будут, сынок. Тогда и узнаешь. То ли будут, то ли нет.
Ну ты, мать, не плачь. Я тебе дров нарублю и печь обмажу. А по Вальке я и сам здорово скучаю. Валька, это я, Василий. Узнал? Не могу. Еле успел с вокзала на аэродром. Как живешь-то? Так я ж тебе объясняю, я не могу. Уже посадку объявили. Мать тебе яиц соврала, я не взял. Думаю, тебя не увижу, так куда я с ними? От ничего? Так ты тогда к нам. Я тебе денег на дорогу вышлю. Приезжай, Валечка. Ну, а чего думать-то? Ты приезжай. Ну, все, ты не обижайся. Мне пора, я бегу. Ну, счастливо. Смотри. Ну и что? Явление Христа народу. Пусть это явление тебя не волнует. А меня ничего не волнует. Только какого черта она сюда приперлась? Слава! Слава! Займись работой. Ты что тут ползаешь? Зачем пришла? Пришла карьер посмотреть. Чего его смотреть, карьер-то? Здесь работать надо. Какая же ты все-таки? Зачем ты мне всю жизнь сломала? Ну что я тебе, игрушечный? Ну не надо, Славик. Не надо? Ну и мне от тебя ничего не надо. Уходи отсюда, убирайся, ну! Сволочь!
Ну? Ты что, опять отношения выяснял, да? А что их выяснять-то? Все ясно. Змея на змею ползет. Ну? Какая змея? Сейчас бы эта карменсита гробовой доской накрылась. Ты что, присмыкающийся умертвил? Да пошел ты! Слав, змей надо брать живьем, для медицины это. Что это, тебе кошка, что ли? Ну, неужели я зря над тобой работаю, а? Пришла? Ты что это? Вернулся. Конечно, вернулся. Ты где бегаешь? Я уж розыск объявить хотел. Ну вот, зверя тебе привез. Что случилось? Ты знаешь, Галка, я здорово боялся. Приеду, а тебя вдруг нет. Давай распишемся. Пугайтесь, ради бога, не пугайтесь. Я Валя. А вы, кажется, Галя. Вот даже в рифме получилось. Здравствуйте, Валя. Здравствуйте, Галя. А мне писали, что вы черная, как цыганка. Я с сегодняшнего дня блондинка и прекрасно себя чувствую. Садись. Ой. Вася. А, кстати, где он? Властелина моего нет дома. Его услали на дальний карьер перевыполнять план. А мать тоже на работе? Конечно. Мама твоя, знаешь, энтузиастка. Вы здесь ей жениха-то не нашли? Не нашла желающих. Че-то мы не то огородим. Я, правда, по матери очень соскучился. И по Ваське. А ты его любишь? Конечно. Он очень преданный. Тетя Поля, давай спрячемся. Галя, что же вы дверь не закрываете? Уходит, дверь не закрывает. Валечка приехал. Валечка приехал. Ну и интуиция у тебя, мать.
Я пойду попробую сообщить Васе. Может, его отпустят? Что же ты, Валечка, не известил меня? Я бы тебя встретила. Такой сюрприз! Валечка, а я тебе денег собрала на комнату. Почти год проработала. Спасибо, мама. Только, наверное, зря. Почему зря, Валечка? Как ты живешь с Мальвиной-то своей? Все, мама. Развод по-итальянски. Ну, может, оно и к лучшему. Нехорошая она у тебя была. А ты никогда не задумывалась, мама, что это я, может быть, нехороший? Кто вас разберет? Ну, что ты, мама? Валечка, я одно знаю. Ну, какой ты муж? Ты у меня еще мальчик, ребенок. Устал я, мама, очень. Самолеты эти, жарища. Путаница со временем. Там утро, а здесь он. Ночь на носу. Отдыхай. Отдыхай. Поедем домой вместе, а? Плохо мне без тебя. Утром даже разбудить некому. Поедем. Конечно, поедем. Здесь просто рай земной. А я этим раем уже сыта. Хочешь в ад попасть? Надо подумать. А ведь это путешествие тебе не дешево обошлось. Браток подбросил. А мы с тобой не встречались раньше? Больно знакомые личности. Мне почему-то показалось. И мне показалось. Все может быть. Мир тесен. Есть будешь? Я не понимаю, почему ты так переживаешь.
Я думаю, она ему ничего не скажет. Так что можешь остаться. Куда же ты пойдешь ночью? Автобус будет только утром. Ты забыл деньги. А как же я? Ты думаешь, я могу здесь оставаться? Не знаю. А ты, оказывается, подонок. Оказывается, да. Олин, день рождения, испекли мы каравай. Вот такой вышины, вот такой. Кольку Тузову снял шапочку. Кольку Тузову, одень шапочку. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Тетю Полю люблю больше всех. Тетю Полю, тетю Полю, тетю Полю. Дети, а теперь наш с Ирочкой Павловой день рождения будет. Как на Ирин день рождения испекли мы каравай. Вот такой вышины, вот такой нежины. Чего тебе? Вот такой ширины, вот такой. Не могу же я так уехать. Ты все можешь. Все можешь. Дети, бегите. Нянечка вас обедом будет кормить. Сколько их у тебя? С ума, наверное, с ними сойдешь. Вот видишь, не сошла. Что же я Васе теперь скажу? Ведь когда я приехала, он мне свою постель уступил, а сам на полу лег. А ты тут ни при чем. Как это ни при чем? Я же тебя такого воспитала. Как ты мог, как у тебя духу хватило. Ой, мама, ты просто жизни не знаешь, поэтому воспринимаешь все всерьез. Теперь все так. Врешь ты. Че ты на дрянь всякую равняешься? Ты на брата посмотри. Ты поздно об этом заговорила. Поздно об этом заговорила. Что ж ты раньше не хотела, чтобы я на него смотрел? Я тебя об одном попрошу, мама. Не говори Ваське ничего. Он не знает, и пусть не знает. Пусть живут, как могут. Можно мне поговорить с вами? А о чем нам говорить? Тетечка, вы не знаете, как бы мне продать мои золотые часики? Что вы выдумываете, Галя? Ведь это вам Вася подарил. Мне очень нужны деньги. Я хочу съездить к подруге Люсе. Какой подруге Люсе? Галя. Ладно, я уж помолчу на этот раз. Мне Васю жалко. Он вас так любит. Я ведь знаю, что вам ехать некуда. Очередного мужа искать. Вы ведь, Галя,
не первой молодости. Полина Афанасьевна, одолжите мне, пожалуйста, 50 рублей. Вася вам отдаст. Мне очень нужно сегодня уехать. Я понимаю. А где же семейство все? А все уехали. Варя лично со мной плохо обошелся, и я ему велела уехать. А твоя жена, Вася, тоже уехала к подруге Люсе. Вася, ты не подумай чего. Неожиданный сюрприз. Ножки кверху, рылом вниз. У нас какого-нибудь супчика не найдется? Вася, все забудется, все пройдет. Ты человек молодой, у тебя все впереди. А вы не бойтесь, тетя Поля, я не запью. Большую я ошибку в жизни сделала, Василек. Мне надо было не Валю, а тебя в дети брать. Я вот, тетя Поля, только не пойму, как же дальше жить. Когда одни всей душой, а другие совсем наоборот. Никто ведь им права не давал. Ты не обижайся на меня, Вася. Я вину с себя не снимаю. Ты не стесняйся, скажи прямо. Если я тебе теперь не нужна, я соберу вещи и уеду. Тетя Поля, ну зачем же вам уезжать? Оставайтесь. Переживем.
замечаете? Почему же заметил? Прически накрутил. По какому случаю парад? День рождения. Чей же? Наш общий. Нам сегодня вместе 50 лет исполнилось. Смотри-ка, ловко это у вас получилось. Значит, народ уже солидный. Поздравляю.